женский футбол в России последние вот несколько лет очень сильно развивается, и с каждым разом все больше и больше появляется болельщиков у женских команд. Вот на примере «Зенита», я играю в «Зените», на примере «Зенита» вот у нас уже стабильно на домашнюю арену ходит 800-900 человек стабильно. Мы в этом году побили там два раза рекорд, вот именно в чемпионате. Один раз пришло там 1500 зрителей, это было очень круто и сильно, и в это время, а потом 2000 зрителей пришло. Арена у нас не такая большая, где-то вмещаемость где-то 4000, и когда приходят 2000 болельщиков, ощущение, что полные трибуны, и это невероятные чувства, это очень здорово и классно. Но у нас там есть целая армия болельщиков и маленькие девочки, которые только начинают свой путь в футболе, постоянно приезжают на матчи, и мальчики, которые играют, да и которые просто болеют за «Зенит», каждый раз приходят. У нас просто домашняя арена, она такая уютная, небольшая, и все как-то вот в досягаемости. И мы, когда проходим после матча, конечно же, благодарим зрителей за то, что они пришли и нас поддерживали. Рисуются разные плакаты, дарятся постоянно всякие подарки. Ну, это очень приятно. Вот, например, у Вероники Куропаткиной есть маленький жених. Ему лет 12, вот, его мама на какой-то из матчей, но он приходит, вот несколько там маленьких ребят есть у нас поклонников, которые приносят подарки, всякие подвески, шоколадки, сладости, но вот Веронике этот мальчик, его зовут Данил, он принес, мама сделала его такую печеньку с Никиной фотографией и подарил ей после матча. Ну, я думаю, это так мило и приятно.